Добрый день! Мы хотим вам предложить дом в 2 километрах от МКАД в районе города Мытищи. Мы предлагаем дом с участком по цене 100-метровой трехкомнатной квартиры в городе Мытищи. Со всеми возможностями для полноценной жизни семьи круглый год. Не надо никуда специально ехать. Все в пешей доступности. Торговые центры с супермаркетами, различные кафе, разнопрофильные магазины, аквапарк, киноцентр, боулинг. 5 минут пешком, и ваши дети в детском саду или школе. Чуть подальше, и вы на занятиях различными видами спорта. На выбор ледовый дворец, школа по баскетболу, плавательный бассейн, футбол, бокс, гимнастика. От дома удобно добираться на машине как из Москвы, так и в Москву. Через разворотную эстакаду. Меньше 2 километров, и вы у МКАДа. И без машины можно воспользоваться станцией Перловка Ярославской железной дороги, что в 15 минутах пешком от дома. Через 25 минут и вы в центре Москвы. Общественный транспорт ходит регулярно. Пройти всего 300 метров от дома и вы на остановке. Дом двухэтажный, с железобетонными перекрытиями и всеми центральными городскими коммуникациями. 228 квадратных метров с продуманным зонированием и грамотной планировкой. Есть сухой просторный цокольный этаж, 45 квадратных метров, где установлен газовый котел и водоподготовка. Строили дом для себя, поэтому делали ремонт из качественных материалов, не экономили. Установлена сигнализация, интернет, телевидение, разноуровневая подсветка, вся мебель, светильники, шторы. Все, что вы видите на видео, остается. На первом этаже просторная 50-метровая гостиная и кухня. На этаже есть пол. Из керамогранита с подогревом теплый. На первом этаже просторный санузел, укомплектован всем необходимым. Это ванна, раковина, унитаз, полотенцесушитель. Второй этаж – это холл, 3 спальни, балкон. Родительская спальня, в ней 26 квадратных метров. Хорошая инсоляция за счет 2 окон. Да, хочу отметить, что во всех этажах 3-метровые потолки. И высота потолка на втором этаже полноценная. Везде установлены итальянские двери. Спальня младшего сына 20 квадратных метров, где расположена кровать и зона для игр. Во всем доме выровнены стены и проложены силовые слаботочные сети. Материал пола – ламинат. Спальня старшего сына площадью тоже 20 квадратных метров, где расположена и кровать, и стол для учебы сына в школе. В комнатах светло, тепло и уютно. Санузел – тоже полноценно укомплектован. Раковина, унитаз, душевая кабина, полотенцесушитель. Если вас заинтересовало наше предложение, то звоните, приезжайте на просмотр. До скорой встречи!